Всем привет, это Андрей, мы продолжаем проходить игру Metro Last Light. Ща, минуту! Так. И куда нам? Все же видно, послышалось. Так, этого чего я зря прибил. Эй! Там вроде кто-то есть. Это тебе показалось, что? Показалось. Расслабься. Нервный ты, братела. Эх, война. Ага. Опять война. Эх. Чувак, может отвернешься? Иди поспи, покури, не знаю, какую-нибудь другую точку повтыкая. Будь другом, отвернись, ну ебо. Что за жизнь? Что-то свету меньше не стало. Эх, война. Опять война. Эх. Как мимо вас, красавцев, прокрадываться? Кто их вообще выдумал? Посты эти. Ведь наверняка же можно как-то по-тихому. Вот вроде и на передовой. Но все равно кажется, что... Может прилететь, если не покажете мне, каким макаром. И чего тут охранять? Можно не обойти этих никто. Красавцев обойти. Спасибо. Спасибо, показали. Наверное, вот это я отключил. Так, а что у нас здесь? Вроде не на передовой. Все равно кажется, что... Снайперка. Ну и что? Так, пистолет. Дробовик, автомат. Размяться бы. Что за... Там вроде шум. Вроде... Эх,
Чувак, не нервничай. Не нервничай, брателло. Все же видно, послышалось. Послышалось. Ух, чурбыки. Тупые как пробки. Просто сдохнуть можно. Еще 2 часа стоять. Чувак, ну может спетляешь, а? Эх, сейчас бы выпить. Не по себе мне что-то. Ну блин. Застрял собака на одном месте, не хочет никуда то вылазить, блин. Собака. Прибить его, что ли? Да пуль жалко, еще вот тот, блин. Спалит трупак и все. Не форма. Ты не и стелсу, блин, капец. Подживает. Блин, и этот гад тут завис. Ё-моё.